Добрый день, уважаемые зрители и мои любимые подписчики. Хочу показать вам, как разрослась у меня перечная мята. Она же называется еще холодка, английская благородная мята, мята чайная, мята холодная. Несмотря на то, что у нас середина апреля, вылезло ее очень много, и растет она довольно интенсивно. Посадили мы ее около 5 лет назад. Очень удачно, как мы теперь видим. Выдергиваю практически ее каждый день, потому что она очень сильно разрастается, чтобы не засорялись цветы. Потому что у меня тут один куст розы, второй куст розы. Нам хватает ее на все лето и осень. Я ее сушу, раздаю знакомым. Ее лечебные свойства еще описывал Гиппократ. Нам очень нравится пить с ней чай, хотя она обладает эффектом холода, но она разогревает кишечник. Также хорошо помогает при головных болях, является спазмолитиком. Такая она красивенькая, зелененькая, сочная. Из чего бы ни заваривался бы чай, одуванчики, каштанчики, добавление мяты всегда придает особый вкус и аромат чаю. Цветет она практически все лето, начиная с июня аж по август месяц. Мы ее еще используем в борьбе с комарами. Она отгоняет комаров. Растираем листики. И ее очень приятный, сильный аромат отпугивает насекомых. Так что, дорогие друзья, очень советую вам пить чай с мятой и желаю вам приятного чаепития.